Здравствуйте, добрый день. И у нас сегодня замечательный, очень интересный гость. Также из города Гусь-Хрустальный. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Слепов Игорь. Я из Гусь-Хрустального, поселок Уршельский. Приехали уже второй раз я вот на ТВ-шансе. Ну, постараюсь сегодня выступить. Правда, у меня нету своих песен авторских, ну, кавер пою. Скажите, с какой песни вы сегодня к нам приехали? У меня две песни. Одна песня «Судьба» называется, а другая Юрия Шатунова «И откровенен только лишь с луною». Ох, замечательно, мы ждем с нетерпением. Скажите, как давно вы занимаетесь музыкой? Музыкой я занимаюсь почти что с детства, но, как говорится, не реализовывал свои возможности. Ну, как бы ушел в профессию. Вот. Работаю я экскаваторщиком в РЖД-строй. Вот. Ну, стараюсь и так успевать и по работе, и по творчеству. Вы молодцы. Правильно. Главное – развитие. И в нескольких сферах мы можем всегда развиваться. Правильно? И все у нас, как я поняла, идет из детства. Все пою. Замечательно. Мы очень рады вас сегодня у нас увидеть. Вот. Что бы вы пожелали всем подписчикам, всем гостям сегодня, всем выступающим? Всем удачного выступления. И чтобы ТВ-шанс выходил на ТВ-телевидение. Спасибо большое. Ну а мы говорим, пока. До новых встреч!